Попадая в совхоз имени Ленина, создается впечатление, что здесь всегда праздник. А в такой особенный день, как день поселения, торжественная обстановка ощущается в разы. Эта маленькая, но уютная территория Ленинского района существует уже 98 лет. И из года в год становится все краше. Жители совхоза – это одна большая семья, где любят свою малую родину и воспевают о любви к России. Моя Россия! На сцену в этот день выходили не только народные коллективы, но и юные таланты. Кстати, именно дети – это большая гордость совхоза имени Ленина. И здесь для них созданы все условия, чтобы малыши росли как в сказке. В день поселения была открыта еще одна детская площадка, которую местные жители ждали с нетерпением. Площадка очень нужна, потому что этой не хватает. Вот. Нам нужна своя площадка, потому что сюда приезжает много людей, а та будет именно наша, жителей. Мы по секрету видим ее из окна, как ее делают. Мы наблюдаем за этим уже несколько недель. Мы с предвкушением чего-то, праздника чудесного ждем. Я буду на вулкан каждый день ездить. День рождения – это своеобразное подведение итогов. А когда речь идет о поселении, это подведение итогов деятельности за год и планирование будущего. Для совхоза имени Ленина минувший год стал продуктивным. Мы все радуемся празднику, над нами светит мирное небо, у нас есть солнышко, и у нас вообще все замечательно, все хорошо. Мы сегодня открываем очередную детскую площадку, необыкновеннейшую. У нас расширяется парк, у нас люди любят к нам приезжать в гости, и мы любим свой поселок. Чтобы поздравить посельчан с днем поселка, на праздник приехали гости из административного центра Ленинского района. Советник главы муниципалитета Елена Добрина отметила жителей поселения, на которых и держится вся та доброжелательная атмосфера совхоза. Это люди, которые делают историю. Это люди, которые украшают место, где они живут. Это люди, на которых держится Россия. Ведь недаром было сказано провинцией. Держится Россия. Провинцией живет Россия. Мы, может быть, не такая уж провинция, потому что рядом с Москвой, но все равно у нас остался старый уклад. Мы знаем друг друга в лицо. Мы помогаем друг другу. Мы радуемся. И вот, наконец, мы вместе встречаем такие замечательные праздники. Людей, которые изо дня в день стараются делать совхоз имени Ленина лучше, комфортнее и краше, во время проведения праздника чествовали. Дарили цветы и благодарственные письма. Надежда Перевертайла – социальный педагог в местной школе. Ее призвание – воспитывать детей и помогать им в трудную минуту взросления. Награду она получила за добросовестный труд и полную отдачу делу. Это моя такая миссия, как социального педагога – помогать детям, родителям, сложным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В общем, помогать – это прямо вот свыше что-то такое дано. Ну и как на любом дне рождения, в день поселка жители совхоза говорили друг другу самые теплые слова пожелания. Своим односельчанам я хотел бы сказать, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир и будет крепкое здоровье, благополучие пенсионерам пенсионного обеспечения, всем хорошего настроения, радости и многие-многие лета. Мира, мира и еще раз мира. Здоровья, счастья, улыбок детских побольше, потому что в совхозе очень много детей. И всем благополучия. Люди, занимайтесь спортом очень часто, активно и с умом. Пускай все у всех будет хорошо, особенно у тех, кто рядом с нами, рядом с нами на этаже, рядом с нами на этой земле, рядом с нами в городе Москве, в этом поселке. На такой позитивной и дружеской ноте праздник в совхозе имени Ленина продолжился до самого вечера. Люди пели, танцевали и наслаждались компанией своих однопосельчан. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.